Офисный минимализм, так называется выставка, проходящая в эти дни в здании геологического факультета ЮРГУ. На ней собраны работы начинающей миасской художницы Инны Энкеле. Инна молодой, но вполне сложившийся в творческом плане и самобытный художник со своим особенным взглядом на мир и оригинальной художественной манерой. Так говорят о художнице ее учителя. Около 3 лет она занимается искусством серьезно, тогда как увлечение это появилось у нее еще в детстве. Ну, я всегда хотела рисовать, всегда мечтала, но не получалось как-то. Я спортом занималась всю жизнь, потом у меня бизнес свой, все было не до этого. А 2 года назад увидела объявление, что набирается, взрослые набираются в студию по обучению рисования. Вот и пришла туда. Изначальное хобби со временем переросло в большее, и создание таких оригинальных картин завоевало душу и почти все свободное время Инны. Техника, в которой выполнены картины, коллаж. Ее впервые использовали экспрессионисты в первой половине 20 века, а в наши дни она стала необычайно популярной. «Я люблю самые простые материалы, которые всегда есть под рукой. Это картон, газеты, маркеры», — говорит Инна. Именно они помогают создать настоящий шедевр. Самым, наверное, неожиданным открытием для меня было, что это больше поняло более взрослое поколение. Я больше рассчитывала на молодежь. Объединенный по сериям онлайн, женский портрет в интерьере и другие, каждая картина заставляет нас посмотреть на привычное окружение с другой точки зрения. Эта работа выполнялась на самом деле из еще и более интересных материалов. Здесь использована губка для мытья посуды. Вот здесь. Не просто картон и газета. А изображена здесь женская фигура. Если отойти чуть подальше, это становится заметнее. Каждая композиция выставки – отдельная история. К тому же Инна очень точно передает образы в портретах. Кстати, вдохновение для создания новых картин она находит даже в этих подручных материалах, обычных картонных коробках, вырезках газетных полос. Выставка продолжит работу до 15 декабря. Располагается она в здании геологического факультета ЮРГУ. Игорь Каблуков, Юрий Карпов, программа «24 МИАЦ».